Чернигов, мы граница. Мы стоим всегда и стояли на границе трех государств. Украина, Россия и Белоруссия. Мы есть, мы будем. Да, мы русскоговорящие, белорусскоговорящие. Чернігов – город суржика. Но запомните, якими б ми не були, ми є, ми будемо і ми міцні. В нас є те, що нема у кого – серце і душа. Гідна Україна! Честь Україні! Слава! Героям слава! Тим пацанам, що загибли зараз! Живіть! Бо в мене нема де жити! Живіть і боріться! За нас! За мене! За Україну! За всіх нас! Слава Україні! Героям слава! Розрушено, все згорело, всю життя копили, собирали. Пахали, я 40 годов работала, а теперь осталось ни в чем. И дети мои, и внуки, и все остались без ничего. Никогда не бросим этой твари, этой паскуде, этому Гитлеру. Это настоящий Гитлер, который издевается над живыми невинными людьми. Самолет. Сбитый самолет или Ми-29, или Су-30. В общем, был на улице, поднял голову и как раз видел, как он падает. Слез второй этаж, взорвался в огороде. В общем, все. Все живы, слава Богу. Это не дом! Это не дом! Бля, дом! Это все будет. Мы кипали сидеть. Нас спас кипал, люди сидеть кипали. Просто жалко.